И в завершение выпуска о погоде. Весной она обманчива. Ее переменчивость практически ежедневно подтверждают сообщения спасателей и синоптиков. В субботу, 30 марта, на территории области ожидаются туман и гололед. А еще будет сильный юго-западный ветер. Его порывы местами достигнут 15-20 метров в секунду. При этом на севере страны воздух прогреется до плюс 6 градусов. Тем временем Казгидромет сообщает, что март во многих регионах республики закончится грозами и дождями. В Акмолинской, Североказахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях из-за осадков ожидаются интенсивное таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках. А вот жители Жамбылской области на выходных о паводке могут не думать, а поехать полюбоваться тюльпанами. Там под первыми теплыми солнечными лучами раскрылись так называемые тюльпаны Колпаковского. На подходе ярко-красные тюльпаны Грейга, также редкие и краснокнижные.